Итак, всем привет, сегодня буду смотреть кринж-видосы. Это я вчера смотрел когда-то. Ладно, недавно, то есть. Дети в лайки. Ну я же не виновата, что тебе не хватает денежек на простой дольче. Дольче Милк вызывает рак, понятно? Что подать тебе денежку, тупой бомж? Не называй меня бомжарой, ты. Видуй, мать в канаве что ли потеряли? Я потрогал, будто доктор, ее пусть, ее пусть. 70 тысяч лайков и новый видос про детей в лайке, а то я не очень хочу работать. Или что видео не мое, с автора. Аморал какой-то. Дональдс. И в телеграм-канале то, что нельзя на ютубе показывать. Можете еще приваточку купить там. У меня приватки нет и денег нет, поэтому извини, братан. Еще больше контентика. Инсайдики всякие интересные там. Вот вы и дошутились, теперь они реально из садика записывают. Ладно, лучше мы другое, то тут... Надо рекламные паузы от него. Да. Стрим, да, не закончился, они считают его кринжем. Слушай, а это вообще, по-моему, из фильма «Пила». Да, 2014 год. Была такая фигурина. Фигурина, хотел бы на ней кататься. Я бы никогда бы домой бы не заходил бы по своей жизни, и только она бы, наверное, бы не было. Смотри, это же вообще жесть просто. Тихо, подожди, я видео снимаю. Я знаю, но мне пофиг. Ладно, продолжаем. Ты литературно выражайся. А. Не жесть, а это... Ла-6? Ладно. Не ори, сейчас соседей вызовешь. Черт, Серега! Его не спасли, короче. Зацепился. Не, ну вот он. До сих пор катается, я думал, что он уже того. Это что за тема? Ну конечно. Слушай, Сэм, ну смотри. О, что за фигня? Я просто это колесо говорю. Ладно, давайте продолжим. Как бы это может опасно для здоровья быть. Да, опасно для здоровья. Ё-моё, он чуть не упал. Это реально опасно. Аккуратнее, подожди, ты мимо ставишь. Серёг, тормози уже. Нет, не буду тебя тормозить. Ты так будешь 10 000 лет. Твою мать! Меня верни обратно. Всё, хорош. Я не могу больше это делать. Может быть, по-другому еще нормально, но по пьяни это жесть просто. Всё. Ну нафиг, а то уже дырку получил сзади. Вот. Такой когда-то я хотел попробовать. Пов, когда-то никак его 10 лет. Ну что, мужику приспечу, он тут насрал 10 килограмм. Даже такие дядьки на улице такое делают. Ни хрена он того. Чисто я сижу в туалете. Я также примерно себя чувствую. Вот так вот. Только почти без ничего. Хорош. Пук-пук. Пердёж. Люка. Выносик.
Моргенштерн. Виски в этом видео. Давайте еще посмотрим так нормально. Может, видео длинное. Осуждаю. А4 топ. А я обратная. Дольче Милк. Это, кстати, да, кринж. Нормальный. Ну, кстати, Кобяков это да. Уж что не снимает, уже 10 месяцев. Ничего. Фортияти. Аниме Фор 18+. Маркиншлем. Дота Фай. Робокс нормальный играл, самый кринж. Геншин Импакт. Попыты. Сибли Гимбли. Не зря он взял трезубец. Он говорит, притаился. Нет, не стреляй. Нет, нет, нет. Тима, убегай. Этот кондок хочет тебя убить. Спасайся. Типичное видео из 2015 года. Напился еще. Ну, показалось, типа. Посмотрим. Это мало еще чем показал. Ну и да ладно. И так сойдет. Давайте один видосик посмотрим какой-нибудь. Побойцы. Побойцы кинза. Сейчас будет много. Ладушки, ладушки. 13:30. Вот. Это привет, чудо, мы с тобой давно не смотрели «Сумерки». На это написано «Кринж». Что я тут написал? Ну что это еще? Я сейчас смотрю, это не кринж, это просто отдельная пауза. Блин, я неправильно написал, хоть и даже... Все, исправил спустя 2 часа. Кринж. Давай, Дерё. Посмотри, где на повтор. Ну, если ты так говоришь, то давай. Нормально. А обычно, типично, я когда хочу жрать. Кстати, это видео с канала Оджре. Может, у меня ник не читаем какой-то, ладно. Ты заходишь? Ага, я же смотрел. Это я же смотрел. Ладно, давайте один коротенький видосик. Кринжовенький. Не шорт, не шорт. Давайте просто какое-нибудь одно видео. Не, мы же кринж снимаем, значит, кринж. Давайте вот этот. Не, давайте вот один вот. Вот, кстати, вот кринж. Этим утром я стал зеброй. На обед я съел лапшички современной. А... Ты ее обработал от коронавируса, чтобы не обосраться. На вечер я съедал попкорн тарелочку. Окей, подпишись. Этим утром я стал бебриком. Такой путился видос. Так. С вами был Бойфренд. Всем пока.